Сегодня мы находимся на водочистных сооружениях питьевого озера. Ну, это, конечно, развалины уже. Вот они. Давно стоят здесь. Вот. Надпись такая. Ватбордум. Я узнал раньше. Его уже давно убили. Может, лет. Чуть ли не 20 лет назад. Было ему 15, сколько? Лет 17. За наркотики. Пришел долг брать у парней, которые должны. Они его мешком по голове, молотком по голове, мешок. Взяли его машину и уехали, грабили его еще квартиру. Их посадили, уже поймали, вот они такие сооружения здесь. Здесь уже тут такая груша. Не знаю, человек, который повесил ее. Здесь эхо такое интересное. Уф. Вот, тоже здесь раньше было. Никогда я здесь не был, когда она действующая была. Ну, сейчас она уже не работает давно, развалины. Обойдем по периметру. Лесенки. Тут народ лазит туда. Я не рискну лезть-то с фотоаппаратом. Такая у нас достопримечательность есть. Такая красота сохранилась. На фигни. Еще какие-то плиты. Много плит. Вот тут тоже что-то было. Или может сломали. Или может доделали, не знаю. Это на берегу питьевого озера. Да, мы ходим купаться. Когда-то это озеро было принесено колючей проволокой. Никто не мог сюда пройти. Колючая проволока порасталась в некоторых местах. Да, я не пошел. Вот. Какой-то, видимо, контейнер был для воды. Может, напорная башня была или насос. Не знаю. Вон отдыхающие сидят. Так. Да, скорее всего, тут какой-то насос крутящийся. Оп, я прыгнул. Так, вот здесь бочки. Я еще застал время, когда здесь была хлорка. Полные бочки хлорки стояли. Там еще. Все прогнило, хлорка куда-то исчезла. Ну, но почему-то они с собой не увезли, я не знаю. Идем дальше. Тут, видимо, год, когда это строили, все. Июнь 66. И вон еще какое-то сооружение. Если там не глубоко, вода не ушла, то туда сходим. Сегодня 17 июня. Погодка теплая. Так, сейчас, ладно, я пока выключу камеру. Чай корет. Скорее всего, у них здесь гнездо есть. Вот мы не будем трогать. Гнездо чайка нам не нужно совершенно. Так, я залез. Да не, через окно. Вот такой вот вид. Вот вид из окна. Да, на крышу не полезу. Там, видимо, где-то чайки. Не буду ее тревожить. Она волнуется. Такие развалины у нас. А, жалко, что не придется слазить на крышу. Все здесь разваливается уже. Я думаю, что он пол уже отвалился. Думаю, что скоро мы уже сюда не залезем. Скоро это все рухнет. Так, пойдемся дальше. Это сооружение было круглое. Входа нет. Тут такой выход. И вон еще
еще одно окно. Я попробую туда пробраться, если там пол остался. Так, а вот в самом здании здесь прохладно. Жалко, что на крышу не полезем. Вот что-то осталось, какая-то железная вещь. Так. Вот. Мы внутри. Здесь какие-то емкости для воды. Честно говоря, не знаю, что к чему здесь. Но вот у нас такое есть место. Развалины тут окна. Как бы не провалиться. Бетонное, но уже все прогнившее. Здесь вот люди кирпичи складывали зачем-то. Табуретку кто-то принес. Здесь уже опасненько. Так. Так было. Вон туда идет лестница вниз. Там какие-то постройки были, видимо. Советское время строили. Китайцы. Чайка очень идет у нее. Там на крыше. Вот здесь. Ну, в принципе. Не разоряю гнезда. Иду, иду я. Ну, написал. Собирался снять это место. Крыша такая. Тут вон лампочка разбита еще осталась. Так. Интересно, побывать бы здесь, когда все было сделано. Он еще видно здесь. Он из воды что-то торчит. Тут какие-то были сооружения еще. Там понтоны. Водой все затянуло. Вот раньше, когда. Потом еще сделал видео, когда вода сойдет. Вот там сейчас кусты. Раньше там был песочный пляж. Там купались и вот настолько вода поднялась. Кусты даже выросли. Лет 10, наверное, уже. Вода все поднимается. Поднимается. Никак она не сходит. Какой-то кран даже был. Труба торчит. Ну все. Обзор заканчиваю. Вот этого местечка. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это город Мурманск.